И снова песня, опаленная войной. Снова песня, рожденная в Чечне. Эту песню два старших лейтенанта написали не по рассказам, не по газетным строчкам, а после выполнения боевого задания в Чечне. Их награды говорят сами за себя. Старший лейтенант Валерий Стец – врач-анестезиолог. И, как говорят его друзья, в Чечне с того света он вытащил полбатальона. Старший лейтенант Александр Греков, командир роты. Музыка Валерия Стец, стихи Александра Грекова «Январь». На сцене авторы старший лейтенант Валерий Стец и старший лейтенант Александр Греков. Еще зловоние войны встает рассвет, и предо мной в моем контуженном сознании мои бойцы, комбат, начальник штаба и старлей, и дети русские с недетскими глазами. Пылает грозный, растворяется во мгле, и дух переведя, скажу вам после страшной драки, что орден мужества рождается в огне, и мужество рождается в атаке. Мне не вспомнить уже старые песни мотив. Я хочу закричать, но уже не могу от того, что я вижу, как кто-то лежит под холодной броней на горячем снегу. Пробивается свет сквозь январский туман. Может, это не свет, а лишь пламени дым. Я хочу закричать от полученных ран, но уже не могу, он прицельно накрыл. Он не брит, но поел, за плечами есть стаж, сверлит взглядом гюрзы от стальную машину. Вальс постом вдруг закружит ее экипаж, добивая быка вдоль проспекта в витрину. Сдрогнет тело ее, будто сердце свело, кто-то в правое легкое вставил иглу. На мгновение увидел я, будто бы дом, но лежу вниз лицом на горячем снегу. Заметает подъемкой бетон полосы, полосы, по которой уходят вертушки. На Ростов, на Моздок, самолет до Москвы. Вот и нас повезли к госпитальным подушкам. Ну а там, между домов, продолжается бой, и комбат посылает по матери деда. И не крестится больше комбат мой, мол, как там Господь? Ты прикрыл бы убитых, дай нам белого снега. Мне не вспомнить уже старые песни мотив. Я хочу закричать, но уже не могу от того, что я вижу, как кто-то лежит под холодной броней на горячем снегу.
Валерий Стец и Александр Греков.